На помощь Красногорской городской службе, которая проводит очистку лесопарковой зоны в Изумрудных холмах, пришла уникальная техника. В московском регионе это редкость. Основная территория ее использования – непроходимые сибирские леса. Машина называется «Мульчер». Машина выполняет утилизацию порубочных материалов, то есть лапника, утилизация пеньков, превращает в щепу. Экономит прежде всего во времени и в результате работы. Да, людскими, скажем так, ресурсами эту работу выполнить невозможно. Поэтому выполняет эта машина. С помощью мульчера сотрудники предприятия уже очистили более 2,5 гектаров парка. Благодаря мощным режущим дискам чудо-техника перерабатывает даже бревна. Кроме того, она помогает валить сухие деревья. Работы проводятся на тех участках, где произошли самые большие завалы. И помимо того, мы, естественно, убираем еще аварийные деревья, которые либо сейчас наклонены и стоят на соседних деревьях, либо у них просто такой наклон, что они аварийно опасны и могут привести к несчастному случаю. Такие деревья тоже будут вырубаться и вывозиться, и пеньки превращаться в щепу. Очищать лес городская служба приступила с территории, прилегающих к детским площадкам и пешеходным тропинкам. Для комфорта жителей порубочные остатки перетаскивают техникой подальше от прогулочной зоны и уже там измельчают. Навести порядок осталось еще на 1,5 гектарах парковой территории. Закончить работы представители предприятия обещают в течение 10 дней.